14 военнослужащих батальона войсковой части номер 3678 получили ключи от служебного жилья в Десногорске. Эта войсковая часть охраняет объекты Смоленской атомной станции. В короткие сроки на базе общежития номер 5 первого микрорайона был отремонтирован и перепланирован этаж. Заменены коммуникации и инженерные сети. Ключи от двухкомнатных квартир в торжественной обстановке военнослужащим вручил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.